А это у нас Швейцария, Швеция, что это? Швейцария? Штепленд, Швеция, Швеция. Швеция. Либерально, либеральненько. Родина Икея. В прошлый раз Амстердам. Амстердам родина чего? Икея так-то юридически в Нидерландах зарегана. Она использует эту всякую шведскую символику, но... А, кошмар. Такой хардкор, тебе скажу, Брюс. Давайте резетите. 10 секунд, скажи, когда резет. Давай, резетну сейчас. Резет. Погоди, там еще выбор есть. Выбор персонажа, старт нажимаешь, игра начинается. Я понимаю. Так, вы... Блин. Идите. Ладно. На выбор. Ну давайте, как условия-то. Давайте бонусы дрочить не будем, а кто дальше уйдет, ну если вдруг оба умрут, выиграет тот, кто ушел дальше. Тут некоторые бонусы просто невозможно пропустить. Не, ну естественно, я имею в виду, что специально не будем... Ну что за ограничение? Мне нравятся бонусы. У нас было раньше что-то перед час. Я хочу сидеть до 10 вечера. Блин, я всегда говорил, я не сейчас придумал вот на ходу про бонусы, я все время говорил об этом. Я готов. Слишком долго, я как-то не хочу сидеть. Из-за бонусов длиннее не станет, ну в смысле... Кстати, Клут, у тебя что-то не так с трансляцией. Почему? У тебя что-то картинка сдвинута налево. Вернее... Сейчас. Или подожди. Почему-то вот у Гривера трансляция по центру экрана, а у тебя... Справа пустое черное место, или так и было? В OBS нам на настройках, посмотри превью там. Я превью делал, вроде норм было. А, ну хотя... Поменял, может? Потому что у тебя, например, левый край как бы ушел за экран, я а понял. Справа много черного. Блин, как так произошло-то? Черт. Сейчас. Вот же ж. Гвера, почему Соник делает G10? Что? Ну посмотри в заставке. Точно. Блин, типа уже начал, короче, не варить. А мы сейчас стрим начали уже? Ну да. Нет, ну на самом деле как-то... Не знаю. Окей, я просто не думал этими категориями. Надо же... Я уже не тех пацан чать, короче. Чё он клауд копается? Сейчас клуб настроит. Ну я хочу, чтобы нормально было. Давай, Гриверу все же решим с условиями как. Да просто пофиг. Затягивать стрим не хочется, ошибка. Я сдохну раньше, наверное. Чё, ну, Гривус? Хочешь командный дух, чтобы был? Дух соревнования? Не, ну, я предлагаю, как бы, что-то выбрать. Или тогда, или не дрочим бонусы, или дрочим бонусы, но тогда ограничение стрима, допустим, 2 часа. 2 часа прошло, кто дальше ушел, кто-то выиграл. Ну, больше 2 часов сидеть я вообще не хочу. Я не понял, сколько эта игра длится просто. Но она длинная. Блин, Лили, а хз. Давайте 2,5 часа сделаем. Не, 2,5 много. 2 часа сам это. Ну хорошо. Я не за давайте 2 часа. Грир, я это не за вредности, просто, ну. Хорошо, давайте 2 часа. А бонусы дрочить можно, да? Ну ладно. Да, конечно. Все. А укол интерфейса исчезла? Блин, я не знаю, что у меня случилось. У меня, наверное, все из-за этого. Из-за того, что из-за чего же коп там вылетает. Из-за фланга? Ну ладно, в принципе, видно, так что можно пускать, это не так страшно. А, времени теряем? Сейчас тогда. Сделать, гонять размер. Так. Мы, Клауд, начинаем вот со стартового экрана, где написано Sonic 3 & Knuckles, да? С него? С выбора персонажа надо начинать. Ну хорошо, давай так. Тогда нам сколько... Ну скажи, короче, как там будет, 10 секунд отчета. Хорошо, только я пока не вижу. Ну ладно, Степан, надеюсь, не фатально. Да ладно, извини, нет, что так. Все видно. Нет, короче, все нормально, все видно, не переживай. Давайте уже на... Давайте. Так, сейчас включу трансляцию. И... Степан, только скажи 10 секунд, или там может даже 5 я секунд. Скажу. Погоди, запущу сначала. Я даже куб не вижу. Давай, готов. Я на экране выбор персонажа. Хочешь с лисенком? Ну давай с лисенком, с Тейлзом. Окей. Первый босс, тем более, читерски вообще убивается благодаря этому лисенку. Я убил вообще чисто лисенка.
Окей. Так, у меня груди... А, кстати, я хотел сказать, что в каждой зоне босс. Это тоже ведь Клауд, смотри, какое отличие от всех остальных Соников. В каждой зоне босс. О, в каждом акте босс. В каждом акте. А это что за желтый Соник такой? Он, а, это он с кристалликами, да? Собрал все изумруды, да. Так, все, давайте, готовьтесь. А, говори, Степан. Подожди. Мало. Это тоже ведь Клауд. Вот сейчас можно считать. Все считай. Ну, давай. 5, 4... 3, 2, 1. Не будет. В каждом акте будет. Поехали! Кстати, я себя слышу. Это он с кристалликами, да? Все нормально? Это я звук не выключил откуда. Степан клёво сказал. Что-что? Поехали-ка! Кстати, заметьте, теперь заставочки черно-красные. Раньше были жёлто-блокитные, теперь только черно-красные. Где? Ну вот когда уровень начинается. Боже ты мой. Гривус порадовался. А что, бонуса нету? Ой-ой-ой. Я, в общем, что-то не то в этой игре. Я тут все позабыл. Я, кстати, мог сейчас бонус зайти, но не стал. А почему у меня бонуса не было? Можете объяснить? Я не знаю, в каком месте ты бонус увидел, но у меня вот... Я вот специально не стал заходить. Там ладно, у Гривера задержка побольше вроде, потому что у Клуда уже 11 секунд идет уровень, а Гривер до сих пор не началось. Заставка только. Я по отчету начинал, я не знаю. Нет, все правильно, я просто обновил Клуда и поэтому... А ну ладно. Катсцены. Что-то не так. Не, все нормально, просто у вас немножко же синхрон. Да нет, я не об этом, я потому что я бонус не нашел. Там, где он обычно бывает. Ты забитый на бонус, Гривус. Здесь какие-то цвета слишком ядовитые в этом новом Сонике. Вот если сейчас будет изменяемость... босса. Это изменяемая локация. Это не босс, на самом деле. Это просто ёба. Ёба эффект сейчас будет. Да. Вот, согласись? Графон улучшился. Ну, прогресс. Вот первым был самый такой графон. Боги. Второй и допиганный. Третий. Чё-то у Клуда качество транспорта упало сейчас... и подвисло. Ой-ой. Всё не так, короче, чем как в третьем Сонике. Ну, Соника Наклз, какие-то другие бонусы, короче, я отвык уже. Степан, зацени мне, ёба графика идёт сейчас. Блин, я сейчас 4 секунды потерял. Чайник кипел, надо будет сжать. Ну и ладно, я всего не тороплюсь. Клуд убил босса, судя по моему. Или это не босс был? Босс был. Sonic Godfrey Act 1. Разрушаемое окружение, смотрите. Почти. Такого до сих пор не могут запилить уже. О! Я посрался. Обосрался. Это бонус, да? Тут ёбы 3D-графон. Кстати, заканчивается трансляция в 9 часов, если что. Это для зрителей, да? Да. Нет, ну, между 2 часа ограничения, мы уже пришли к тому, что... Ой! Знаешь, что я осознал сейчас, Клауд? Что ты осознал? У меня, я кажется, сейва загрузился, у меня один изумруд есть. Чё есть? Я кажется, сейва загрузился, у меня один изумруд есть. А, ну и ладно, какая разница-то. Ну, блин, а только я 7 соберу. Я даже не знаю, как собирать. Ну, в бонусе? Что-то боишься-то? Я не залажаю бонус. Я в бонус зашел только из-за того, что его пропустить нельзя было. Да? В начале второго акта есть такое место. Сейчас пару жизней получу и свалю. Все. Степан, ты музычку слышишь? Да. Она тихая, можешь погромче сделать? Нет, тогда вас задушать будет. Ладно. Я кольца потерял. Так кричишь будто прямо это, я не знаю. Это жизнь потерял. Ты тоже так делаешь? А. Ура, континью заработал. Ну все, хватит мне. Теперь можно дальше идти. Мочи петухов. Перфект. В бонусе, что ли? Да. Блин, я после этого вообще не знаю, кто. А чё першик даёт? Гривер дерётся с боссом. Уже, что ли? Да.
Ну, крут. Где-то второй бот. Двигатель горит. Тут, кстати, кольца потерял. Согласитесь, что это клево, когда в каждом акте есть босс. Пойдет. Ух ты, чуть не обосрался. Это все ради развлечений. Это как Half-Life 2 скатился после первого Half-Life. Как вам, кстати, видео сегодня, которое я в чатик скинул? Про Украину? Да. Ну, где вы там? Самостийно. Самостийно? Что-то у Гривера... Ой, у Клуба сегодня с интернетом, что-то не очень хорошо. Все виснет, да? Почему-то Эммель подтормаживает, я не знаю почему. Не то, что виснет, а качество трансляции низко. Из качества еще более-менее. То есть висло совсем жопа. Ладно, быстрее, если сольюсь. У меня что-то вообще с компом проблемы. После этого скажешь, что выиграл благодаря компу. Да нет, благодаря тому, что ты задрачивал Соника, и нет. О, норм. Это все Хуан, что... виноват. Ааа, блядь. Че с Гривусом? Сейчас типа на вид, просто хаос происходит на экране. Он что-то там задрачивает бонус, колечко собирает. Ой-ой. Гривер, ты что, на гейпаде играешь? Да. На майкрософтовском, что ли? Да. Наркоман. Да, на аудио управление. Тестируем? Да, со стиком. Все бы ничего, если бы FPS не падал бы. FPS что-то падает, блин. Это самое босс. Сега не справляется. Черт, а? У меня от этого бонус уровня сейчас глаза потекут. Сдох. Капец. А красные шары нельзя собирать, да? Что за красный шар? Нет, бонус. Сейчас бонус. Одну жизнь нашел. А я одну жизнь потерял. У Гривер кристалл взял. Какой-то фиолет. У меня два кристалла. Да. Не кристалла, а этих. Изумруда. Изумруда. Хотя они... Красный изумруд. По идее, да, красный изумруд. Ты как красный Соник, только красный изумруд. Зеленый изумруд, красный изумруд. А, Клуд дерется с боссом. Сейчас сосну. У него очень качество видео вообще ужасно. Прямо пиксели сплошные, да? Да. Подожди, у тебя тоже сейчас на экране так, нет? Нет, мне сейчас нормально. Блин, видать, мне чё-то на этом говно. Прям все, не знаю, не сдалось. Ладно, я готов. Нет, так-то, в принципе, работает. Ну все, в этот раз получилось. Сегодня Магнит ТВ уделывает Арианет. Канаш стронг. Я сам начал так этого босса мечкануть, как сейчас мечканул. Я уже не помню. Я Клауд тоже недавно играл вот так-то. Как будто плохо... взят. Что, плохо помню, где какие бонусы. Почему это босс всегда возвращается? Вы его никак не можете убить, что ли? Роботник, что ли? Да. Традиция. Кто родится? Прикол, ты первый раз на нем соснул, да? Да. Вообще ужас. Где бонус? А, ладно. Не буду искать, наверное. Бонус не нужен. Да? Ну хорошо. А, нет, пошел. У Гривера тоже качество, кстати, ухудшилось. Окей. Может, это у меня интернет тормозит? Вот теперь у Клуда норм, а у Гривера ухудшился. Ну, извините. Странно как-то. Ох, глоток живительного воздуха. Пока все кажется очень просто. Клауд уже в гидросети, да? Да. Ну, не знаю, канализация. Ой. Блин, сложно-то как, а?
Гриер снова в бонусе. Собирает синий шарик. Клаус, это Степан, согласись, ёба графика. Да вообще, я же говорил, что Соник это так. Вот мне кажется, если бы вот... В каком году ты играл в Соника? Третьего? 98-й, наверное. В 98-м тебе бы дали бы поиграть Uncharted. Ты на архитектуре пишешь или? Да. Был бы в экстазе бы. Ох, жаль. Кольца не собрал. Без колец ты мертвец. Мне перфект бонус не получалось пройти пока. Ну правда получается. Я просто пространство. Блин, что за говно, не понял. Я умираю или не умираю? Надо Клауда догонять. В конце игры догонишь, когда умру. Степан, ты там комментируешь, в какой зоне вообще находится? Да, в каких-то в анальных канализациях, где все уровни... Анальных канализациях? Здесь все уровни какие-то одинаковые, на всех Сониках. Едино сразу вот там было здесь. Окей. Анальное казино? Анальное казино? Это как? На шопку свою играешь, что ли? Окей, пойду тоже. Почему этого Соника взяли с собой? Он только мешает. Я не хотел убрать, ты Дивус взял. Смотри, Степан. Читерский. Первого босса можно бить только с помощью него. Просто ты как Call of Duty бомбардировки, как этот, как не знаю. Как АТО. АТО. АТО, Степан, смотри, у меня АТО происходит. Я верю. Говно. А мне со звуком. Со звуком у меня. Ну не совсем. Здесь летательный аппарат, а у. Бимбы бросает. Бимбы. Я бы, конечно, пошутил бы про ВВС Украины, но не буду. А это как же свинюшки, которые упадают? Нету свиней. Все, корректно все теперь. Сейчас будет, наверное. Почему синие шарики можно собирать, красные нельзя? Ну, да, должен же быть какой-то фактор сдерживания. Чтоб все подряд не хватать. Это бонус бесконечный. А ты на боссе умирал, да, Клауд? Да, на первом боссе сдох. Уже просто сходу. Вообще. Позорич. Ну хоть не на первом враге. Сейчас Степан увидит Круклиза. О, подожди, сейчас. Будь здоров, хорош. Что за шутки? Гривер дерется с боссом. Да, я уже. Этот желтый Соник убился. О, быстро ты босса убил? А, это его не убил. Тут же всего 7 уровней, да, Гривос? Блин, нет, в Сонике 3 только 6 уровней, а в Сонике Наклс еще где-то столько же. Ну, изумруда же 7, значит уровней должно быть 7, нет? А тут еще можно давать 14 замходов, куда задрочивались, короче, я никак не собирал. Нет, я не собирал, я не буду собирать столько, нафиг надо. Ну тут можно как-то собрать 14 и... А, босс! Что с ним делать? Гривус, помоги! А я почему помню, что ли? Я играл тоже давно, 7 лет назад. Но он реально неубиваемый какой-то. Черт! Ну я буду долго играть, так что это есть время. О! Соник с дредами. Ох, ужас. А я думал, что он хороший сначала. То есть он злодей, да? Да, он, наверное, есть хороший, да? Типа, как называется? Третья сторона, вот. Ой, я думал, друг роботника, нет? Но... Хороший плохиш? Как бэдгай? Сначала он был плохой, а потом... Это сюжет, я не буду спойлерить сюжет. Гриер, а ты сквозь снег не посмотрел? Нет. Надо, да? Ну не знаю, мне тебе, наверное, не понравится, что даже такой довольно-таки жесток. Клуд, посмотри фильм «Сквозь снег», вообще замечательный. «Сквозь снег»? Да. Что за фильм такой? 13-го года. Постапокалипсис. Сейчас сдохну! Сдох! Капец, блин! Клуд убил одного босса здесь у меня на видео. Кошмар, блин! Только один. Надо фармить жизни, Клауд. Блин, и тут... Стена двигающаяся, от которой надо убегать. Ужас. А жизнь нашел, ну хоть что-то.
Он теперь будет сгонечный. Я не могу найти ни одного бонуса. Гривер на уровне, а где стена двигает? Ой, Гривер, куд. Не знаю, что до уровня. Темная стена. Как так? А как же я? Ай-яй-яй, куд умер. Его раздавило. Блин, Павел, не смей-ка умирать раньше времени, блин. У нас долгий челлендж. Ну сложно играть, Риус. Я тоже помер, кстати. Не смей-ка умирать, Риус. Я по глупости сейчас вон увидел, как я умер, это очень глупо. Я что ли по умности умер? Это мега глупо было, короче. Подождите. Скажи, Степан, как он умер? Я в бонус попал, чё за нах? Я тоже бонус хочу, как попасть. Блин. Вот, три Соника выпало. И чё? Блин, выйти бы из него быстрее, а? Уйди, хочу чё, выйти отсюда. Гривер помер. Сейчас сколько жизней, Гривер? 4? А-а-а-а! Как умер? Встал на платформу, она залетела к шипам, и его, в общем, раздавила. Глупо умер. Могло это все лучше быть. А Гривер тоже сейчас канализация? Он не... А, да, канализация. Догоняет подлец. У Глуда починко. Три Соника выпало. Починко? Блин, где в канализации бонус, я не знаю. Господи, ты задрал своими бонусами. Я соберу 7 изумрудов и все. Вот. Играй один, собирай бонусы, сколько хочешь. Ой, подождите. Нашел. А нет, не нашел. Говно. У него просто собирательство. У вас собирательство. Живет собирательством. Гидросити зон. Акт 2. Как? Либерас Сити? Гидросити. Это с Либерас Сити. Пипец. У Гривуса что ли уже акт 2? Нет, у меня нет. Подлец. У нас, кстати, Укрокорректор принесла журнал Космополитен. Ага. И там пробник какой-то этих духов. Говорит, вот они называются, как там, Кинзо Жидомор. Я думаю, что за Жидомор? Почему это она? Мне кажется, вода такая. Жо де Мор. Французский. Звучит как Жидомор. Я не понимаю. Ей вообще норм нелегально в России жить? Вообще нелегально, она живет легально, она работает нелегально. Ты же спрашивал, кстати, это. Я помню по прошлому стриму. Так у нее же муж, она легально, она зарегистрирована. Меня просто волнует вопрос нелегального проживания в соседних странах. Нет, она живет легально. И главное в этом, ФМС говорят, а вы не хотите сделать гражданство? Сейчас типа льготно для украинцев, очень быстро делается. Да нет, спасибо. Говорит, ну что вы, давайте, чё, почему нет? Ниф. А, ну, говорит, на Украине запрещено двойное гражданство, поэтому она... Да, запрещено. Печально. А как же Кличко тогда? Что? Он же в Германии вроде живет, нет? Ну, не, вид на жительство есть, наверное. А, Тейлс умер. Ну, она вообще националистка, поэтому точно нет не будет. Слава нации. Ужасная игра. А, кстати... Она хотела вещи сдать, ну, старые, там, типа, не в детдом, а как называется, ну, потом как, блин, ну, в Красный Крест отдавать нельзя, а то потом они вдруг перезадут эти вещи, там, средства, поехавшим из Донбасса, которые на Чувашию приехали же, ага. Вдруг им передадут, поэтому нет, нельзя в Красный Крест отдавать. В общем, она очень злая на этих, на беженцев из Украины. Ну, Красный Крест же международная организация. Ну вот не знаю. Чё, 93 кольца. Чё? Ты чё там не рейджишь, как в прошлый раз? Потому что я спокоен, в этот раз уверен. Так он в бонусе играет, и чё там не умрёшь? Я спокоен и уверен в себе. Это альфа-уверенность. Я единственное, буду не играть, если ты помрёшь. Раньше времени. Еще один. Засосало меня. Ой, что-то вообще босс слабый. Клауд где? Гривер Гидросити акт 1.
Ну как понял, ты конец подлец, а? Клуд. А Клауд где? В Акте 2 был. Сейчас на Раздей же. О нет, босс! Доктор Эггман. Робот. Это мне показалось, или это рука за шкирку взяла Соника? Там есть гигантские руки, да. Где-то. Блин, босс тяжелый, а? Блин, гривота тяжело, а? Нашли. Гривер дерется с боссом. Ой, главное, чтобы не зажало. А Гривер, ты прошел, да, где стенка за тобой гонится? Да. Я, честно говоря, про эту стенку даже не в курсе был. О, нет, 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 нет! О, прошел! Сейчас тебя повезли, там чудо произошло, короче. Чуть не убило. Все, я не прошел, и меня убило. Меня зажало. Срань, а? Я без колец остался, босс тут, жестокий босс. Ой-ой. Ты мертвец. Да. Степан уже вылечил, да? Отстой, блин. Вообще Саника. А, тут же жизнь можно подбирать, так что нормально. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я вот до жизни умер, сам-то обидно. Нет, вот во втором акте музыка замечательная, согласись, Степан? О, сглючило. Григ вообще-то не зажал с первого раза, но все равно умер. Степан, музыку оцени во втором акте. Ладно, пока не услышал. Не знаю, потом... генерика 8 бит, мюзик. Сейчас, потом, когда уже от стенки ушел. Клуб без колец. Ужас. Ужас. Дерется с боссом. Dark Souls. Dark Souls 3 и Knuckles. Dark Souls 3 и Knuckles. Нормально. Вообще ужас. Очень тяжело. А где здесь бонусы? Есть бонус? А если найду? Клуб пока превозмогает босса. Блин, музыка же офигенная во втором акте. Почти просто не нравится. Не, ну нормально, офигенная. Хорошо. А нормально. В первом акте ладно еще, а во втором же норм вообще. Мне кажется, или Гривер догоняет Клуда. Потом я изумруды еще собирать, как-то успеваю. Я потому что не знаю этой игры. Блин, я тоже играл с ним назад. Клуд убил босса. Сравнил, блин. Знаете, я Sonic 2 тоже плохо очень знаю. Очень плохо. Клуд прошел акт 2. Ладно, я пока не тороплюсь. Я пока не догоняю класс, я тут медленно играю. Marble Garden. Вообще. Вот Marble Garden уже по хардкорнее зона, да. Вот она уже посложнее. Не то чтобы супер сложно, но можно обосраться, да, при желании. Гималай на заднем плане. Гималай? Слушай, не такая же плохая музыка здесь. Где, Marble Garden, что ли? Да. Нет. Ну не знаю, вот мне не нравится, кстати. Ты слышал? Ну нормально, пойдет. Вот Hydro City Arc 2 вообще же офигенная, просто офигенная, просто вообще я. 10 из 10, короче. Типа, ты музыку слышишь у меня? Слышу, я говорю, какая-то генерик, 8 бит музыка. Даже сейчас? Да. Ага. Вот ты на лифте поднимаешься, ёба эффект на лифте, когда поднимаешься. Видел, да, Степан? На лифте? Нет. Ну, не... есть такие лифты, где Соник крутится вокруг своей оси. Видел? Ой. У Клуда колечко выпало. Еще одно. Ты, Клауд, не торопись. Пока. Слушайте, может вы Battletoads будете проходить этапы? Я обосрусь сам просто и все. А не против. Нет, я сразу обосрусь. Просто я сразу говорю. Не, Battletoads не очень нравится, конечно, но я обосрусь. Ой-ой-ой-ой. Ой, куда это я попал? Где это я? Что это? Что это со мной? Кстати, у вас обоих по 4, по 4 жизни. У меня 5 уже. У меня пока 4. Ой-ой-ой! Фух, чуть не подох. А у Соника с этим рыжим Соником, ну что за отношения-то? Жируки и овощицы, га, что одни? Нет, ну смотри, как они, чё это? Как бы разные звери, всё такое. Ну, Наклс тоже ехидно, знаете ли. Не знаю. Просто напарник. Друг. Младший брат.
Сводный брат. У них мать согрешила, когда я сам начал. Видишь, у него хвоста, это все кроме смешения. Блин, странный бонус. Не надо было сходить туда. Я так... Я вообще бонус не могу найти, Клав. Что мне делать? Страдай. Сиди спокойно вперед, Гривус. Ну ладно. Сдохну сейчас специально. Нет, нет, я иду вперед. Иду. Если ты заметил его эффект, когда на лифте поднимаешься? Не понял эффект. Вот его, если крутилочка такая, где Соник ходит вокруг своей оси. Типа 3D. Вот такого не было в старых частях. Я говорю, ёба игра. Вообще. Ты еще Соника 3D не видел? Там вообще супер ёба на сеговском уровне. При Соник 3D был на сеге? Да. У тебя прям было 3D? Там косоугольная проекция, на самом деле. Ну, то есть, конечно, там не полигоны, потому что это же Sega Mega Drive, в конце концов. 89-го года разработки железа вообще. Motorola 68K. Слушай, а на Сатурне Sonic Boost? Да, полноценно не был. Там был порт Соника 3D, был Sonic R, типа гоночки с Соником. Делали полноценного, но отменили разработку. Как-то так. Потому что Сатурн обосрался? Ну, Сатурн, да, там, короче. Он больше по 2D был заточен. 3D там были четырехугольные полигоны. О! Бонус, наконец нашел бонус, хоть один. И что за... А Клауд, дойти? Скажи, где Клауд? А он в Marble Garden, да? Да. Сейчас сдохну, у меня колец нет. Я глюк, что ли, какой-то, не могу частенько пройти, ну... Давай. У тебя знаменитый глюкавый эмулятор какой-то. У тебя глюкавые ромы. Глюкавые ромы, насмешил. Слушай, я тебе реально говорю, стена не прошибается, тупик. Блин, что делать теперь? Да, стена не ломается. Срань, а? Ладно, чего не знаю, того не знаю. У меня все работает. Кольца еще потерял. У Гривера 60 FPS, а мне тоже 52. Говно. Короче, я в тупике. Я не знаю, что делать. Надо будет эмулятор сейчас кинуть заодно, наверное. Эмулятор нормальный, не ссы. Ну реально я в тупике, отстаю даже по цель. Не знаю даже куда идти здесь. Ну блин. Что я могу сделать? Я ничего не могу сделать. Умереть надо, наверное. Блин, капец. Ну, Лиля, Степан, помоги. Да, а как тебе помогу? Супер говно. А здесь уже закрыто, да, и не вернуться. Степан увидит, я обосрался. Все закрыто, блин. Ладно, им бруще тогда. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Он в первом акте или во втором? В первом. Он сейчас сдох. Специально. Блин, опять вниз упал, а? Тут дороги нет уже, походу. Ломаться нужно. Ой! Гривер Гидросити второй акт. Ах он подлец! Это... Неужели настолько у тебя остается стрим, наверное? Что-то ты напутал. Я же давно во втором акте. Ну, а это спасибо, он сценарий вышел. Да. Блин, я опять в это место попал. Черт, а? И как тут отсюда выбираться? Что-то делать надо, наверное, не нравится. Я, Клауд, не могу вспомнить. Ну, подумай, может, и найдешь. Ну, стена не пробивается, блин, она должна пробиваться. Может, подхватить что-то надо тебе, подхватить? Ну, обычно такие стены пробивались. Я умер уже один раз, я не знаю, что, наверное, опять туда попадал. Клавди, я не знаю, что, чем тебе помочь. У тебя эмулятора проблема, короче. Это ж кассетные бомбы, Степан, это же запрещено конвенцией. А то. Гривер дерется с кассетная бомба? Да я не знаю, я не вижу пока, а что он там делает? Он там только воду
будут хайп. Обычные бомбы, не знаю, глубинные мины, не знаю. Кассетные, да? Глубинные? Не знаю, в воде обычно. Обычно бомбы взрываются. Бимбы. Блин, я опять в этом месте, Степан. Черт. Как из этого говна выбраться-то, а? Может, сейчас пробьется стена. Должна же пробиваться, но только что же пробилась. Ну, да, я, короче, прошел это так, так что если сейчас я дойду до этого места, если сейчас Степан, смотри, может быть, у меня будет все нормально, может, у меня просто эмулятор включит, потому что я не знаю, чем помочь. Я прошел... А, вздохну еще раз. Два входа попробовал пройти, нет? Да было? Нет, тут выходов уже. И там, блин, дальше еще что-то есть, просто стена не пробивается. Ай ты... Надо было тебе вчера еще, то есть по Sonic 2, что это эмулятор мой. Что за эмулятор ты пользуешься? Котяром такой. Тут Sonic 2 у меня был плохой, блин, и это у меня плохой почти. То есть вот именно мои ромы плохие, да? О, ладно, другой способ выбрал. Блин! Вы такой стрём, а? Степан, ты следишь за моим стримом? Да, у тебя только что сейчас был судил. Ладно. Кошмар, блин, а? Дурацкий уровень. Дурацкая игра. Извините, я Соника 2 терпел. А может, там надо было поднять на этой... Там же есть лифт, в котором бегаешь, он, наверное, летает. Может, на нем что-то надо? А, там он толку вел. Ой, чуть не убило. В втором Сонике таких багов не было, Гривус, как здесь. Думаешь? Ванс бонус. Ты прошел что ли путь? Я в другом пути пошел. Ну, хочешь, может быть, это был единственный путь? Фишка в том, что если туда попадаешь, уже выбраться нельзя. Да? Поэтому я умер и туда не попал второй раз. Степан, если я пойду в это место, скажи, чтобы я проверил там. А, тут бывают некоторые стенки на платформах надо. Надо на синей платформе встать, Клауд, на синей платформе. Я знаю, ты меня за дурака что держишь. Там нет никаких синих платформ. Ну не знаю. Там непробиваемая стена. Тут даже стрелочки есть, куда идти, отказывали. О, ужас, я в ловушке. Что там? Нет, другая. Колонна такая толстая, да? Да. Я пробил. Другая, наверное, тебе. Там две колонны подряд. Нет, одна колонна была, наверное. А вот здесь, конечно... Ну, здесь я не знаю. Здесь мне не пробивается, но здесь, по-моему, не надо пробивать. Где вообще мой бонус? Хоть один. Нашел хоть один бонус. Там музыка искать ущербная. Похоже на Plants vs. Zombies. Не согласен. Ну, в смысле, в Marble Zone не очень музыка. Marble Garden? Да-да-да. Тут дошел до босса, похоже, но у него всего две жизни. Блин, Клауд, не смей проигрывать! Блин, за ром тебе спасибо, Гривас! Говно какое-то, блин. Иди-ка ты! Ну.
Ну подумаем мозгом, блин, своим, гуманитарным. Как может быть ром быть плохим? Ну не знаю, это очень... Я не знаю, это косяк самой игры, не знаю. Может, игрульки реально бывают, костей не пробивают. То есть все гнат, главное твой эмулятор, да, блин? Главное эмулятор. Я думаю, что вообще это из эмулятора. Может, это самой игре тоже баг такой. Ромы просто такие бинарные штуки, которые, ну, просто дампируют и все, то есть там... Какая там ошибка может быть? Только если программисты все идеи допустили. Вот. А эмулятор пишут обычные люди, поэтому... Ой, я понер. Ну ладно. Извините, я понял. Гриш, у тебя реакция другая сейчас на понер. Раньше прикольнее было. Просто я в Sonic 3 себя уверенно чувствую. Раньше он бомбил, теперь не бомбит, да? Ну, Sonic 1 я вроде не помню. А Sonic 2 я неуверенно себя чувствовал, да. Чёрт, как я мог обосраться? Ай-яй-яй, Гривер. Ну, у меня ещё 7 жизней, так что... Уже? 7 жизней? Ты, Клаус, не торопись-ка там, не умирай. Я же хочу умереть. Вообще, Анус, мою любимую игру и... Не хотим стараться. Я старался там в Sonic 2, блин, как мог. Я стараюсь, я думаю, что ценю, что умираю. Смотрю за Гривером, которого не остановил. Да я потому что заново начал сезон. Как он умер? Хотя бы. Ну, чисто как-то по-глупому даже, надо понимать еще. По-моему, придавил чем-то меня, там не помню. На шпах. Если сильно постараться, можно даже синей платформы придавить. А, бонуса больше нету. Обидно. Я то и дело натыкаюсь, но... А, меня прибила херовина такая. Большая шипованная херовина меня прибила. Прямо около чекпоинта умер, короче. Ну, замечательно. Какая херовина? А, большой шип. Враг рядовой, да, есть? Да не враг рядовой, а просто гигантская шип. Только не это, только не шипы. Ну ладно, если ты помираешь, там хоть какая-то надежда есть. Пока 7 жизней. У Гривера Тейлз умер. У меня только вот Тейлз умер. Бир по-другому сразу пошел. Ой! Кольца! Да блин! Да идите-ка вы в анус. Как вы этих уровнях разбираетесь, они все одинаковые. Я не разбираюсь, в чем-то дело. Просто бегу вперед. Где кольца мои? Где мои кольца? О! Ну хотя бы так. Да блин! А магнитное поле еще притягивает кольца, кстати, да. Гривер пропустил жизнь, хотя он там лежал, да? Видно, да. Ну, значит, я видите, тоже не идеально играю. У меня пока таких колонн не было непробиваемых. О, вот две колонны. Да. Тоже не могу пробить, а как... Сейчас подумаем. А как Клауд прошел? Я умер. И реально... с другой стороны пошел. Тоже реально не могу пробить, Клауд. Ладно, может это гором реально плохой? Ооо! Блин, а почему я не знаю? Нет, Гривер, это у тебя эмулятор такой. Срочно поменять эмулятор. Срань! Да, Гривер в том месте как раз. Блин, точняк ведь. Старайся лучше, Гривер, там все нормально, можно. Давай, поэтому... Я не знаю, в чем дело. Значит, тоже просто помирать. Попробуй, может, решить как-то можно проблему. Чё-то идей нет. В общем,
если будет проиграть, проблем будет в умиляции. О, не умиляться это. Ром плохой. Блин, как же можно было так подсказать? Риер тоже штурмует эти две подсказки. В общем, я тоже помирать, да, надо, короче, мне? Помирай. Ну, может, найдешь, не знаю, назад вернись. Помер, помер, все. Так, надо поверху идти, да, или что? Да, поверху. Окей. Может, просто делать что-то неправильно? Нет, реально, реально, там, по-моему, глюк Рома, видимо. Тут уж не поспоришь. Там можно было наверх подняться, вот вижу. Ну да, но это не очевидно как-то. То есть... Что случилось? Босс. Я думал, Степан сказал. А нет, не босс. Вот смотри, что-то вот здесь врагов. Сранул закончится. Здесь врагов почти нет, здесь только окружение. Environment. Да. Кто, не знаю. Вроде все есть, и картинка получше стала, и уровень такие развитые большие, но как-то... Музыка здесь не очень в этой зоне. Здесь эпичная битва во втором акте, очень эпичная. Сейчас, если дойду, увидим. Просто... Дошел до босса. Привет, не босс. Что, все трясется? Ну... Это бомбит у Кнаклса. У кого? У Кнаклса? Ну, мы же видим Соника и Тейлса. Они на разных... С ними норм, никто их не бомбит. А ну, логично. Вот это дурацкий бонус, а? Ты даже нарочно бить тяжело. Падай вниз и все, нет? Вот я ничего не делаю, ты до низа ни хрена не доверешь так. Да? Да. Я вообще, если за эти бонусы ни разу не попадал, которые ты попадаешь, я только попадал. Нормальные человеческие бонусы. Опять печенько сразу закончится, а? Я, кстати, печенько ни разу не попал, вот Степан может подтвердить. Я не вижу. Блин, ой, бесконечный. Вот опять перченько угрожает мне. Клуд, посмотри сквозь снег. Блин. Мне интересно твое мнение. Смотри, что? Сквозь снег фильм посмотри. Желтый хорошо. Снег. Никогда не ешь желтый снег. Шутки за 300. Босс. Вот теперь, походу, реальный босс. Вот смотри, какой эпичный босс. А, нет, тут музыку надо почувствовать, ладно. Другой, кстати, босс первого акта похож на этого, на Mystic Minds, да, Клауд? Ну, в смысле, падают сосульки опять сверху. О, Тейлс, ой, Тейлс мне помог. И... Кошмар, и как тут сражаться? Да он тебя подхватит, ты не упадешь. А, я кольца потерял. Мне конец. Без колец, ты мертвец. Кошмар, почти внезапно. Все, я сдох. Ты же проходил Соника 3, нет? Нет, ты что, я даже до эскап-зоны не дошел. Да? Я думал, ты проходил на эмуляторе. Босс, кстати, бурит. Бурит? Да-да-да, бурим, важен. Ты зачем сбрасываешься? Ну, девушка, надо отковать. Нет. Колец нет. Ой. Он пробурил Саника сверху. А теперь заново босса бежать что? Тут недалеко. Так у меня жизнь мог кончиться раньше. Ой. Сраные поднички. Пиздос. Ну, тут ой. Прыгать нельзя, а? Черт, давай, Тейлс, вручай.
И опять умер. Я не знаю, как убить. Ну, блин, там все просто там. Ты же упасть не можешь, а Тейлз подхватит всегда. Так, Гривус. Там он штурбляется потом рандомно очень. И даже если когда тебя Тейлз выносит, ты к нему попадаешь. Честно говоря, я не понял, потому что я все это раза захотел посмотреть, но, по-моему, там сложного ничего особо не было. Вот это задрот, а и нет. Я же не задр. Блин. Хоть против, а. Мне хоть этот тур снова. Степан, когда ем синие шары в бонусе, что он говорит? Мне кажется, он говорит фазах, фазах, фазах. Там, I'm в ее фазах, там, нет? Не слышишь, что он ест, что он говорит, что когда ест. Не слышишь? А-а, не слышу. Просто звук слабый, наверное, надо потом еще сделать. Ну, я чуть потише взял. Тем более, это раздражающая музыка здесь. Байскэп зон, ладно, сделаем музыку, да, там, там, это, тут уж, мне кажется, не понял скоро, что байскэп нормальная музыка. И Гривер, наверное, чаще играет в бонус, чем босс убивает. Я же, папа, не отстал сильно. Нет? Все, я умер. Геймовер у меня. Да! Да в бонус, ну и что делать теперь? Ты голимый босс просто. Ну ладно. А, ну ладно, слушай, не так все плохо. Я начинаю а, у него континиум, континиум же есть у Клауда, иди континиум собирай. Уху, я опять умер. О боже ты мой. Ну все. Это конец. Вижу, тебе эмулятор тормозит или... Эмулятор тормозит. Пипец. Не знаю почему. Меняй свой электрочайник на нормальный. Буду еще два континента. Я сейчас умру сразу же. 99 колец. О, оранжевый зампут. Зачем так делал тут? Я не ожидал, честно. Я не понимаю. Говно, это... я еще без колец остался. Это как в Dark Souls, когда побежишь. Пытаешься прибежать? Так можно обосраться на боссе. Я не понимаю. Как ну, можно обосраться на боссе в Dark Souls? Так же, как на первом враге, на первом уровне первого Соника. Но тебе будешь снимать навсегда, да, в этом случае? Это было эпично просто. Ну да. Грин взял кристалл, у него 5 кристаллов, Олимпиада почти. Специальная, что ли? Да, специальная Олимпиада, с Аником. Блин, мне совсем кристаллов собрать, я дальше не буду. Только 7 штук, я дальше не буду эти сраные. Мне что надоело уже в этих бонусах сидеть. Не, ну. А босс реально на камину похож. Ой, собственно, этого, на Симона. На Симона? Да, ну, сидит типа в мехе с бурами. Блин, опять без колец остался, ну чё за говно? Круто, два человека смотрят. А меня? Ноль? Один, ну я. Ну блин, я не могу, я просто не могу на это сопло не напороться, а. Ладно, челлендж, по крайней мере, быстро закончится. Старайся, тряпка. Я стараюсь, Гриш. Неужели думаешь, я специально нравлюсь? Кто тебя знает. Ха, я без колец остался. Да. Я сейчас сдохну. Я не знаю, что делать. Я не знаю, ты в этой игре умереть вообще, по-моему, проблема. Ну нифига, ты тур не знаешь задрочней, чем... Может быть там дальше будет подраздрочнее, вот эти уровни, они легкие, которые мы сейчас играем. Ты просто Гривер раздрочил в своё время, поэтому... Ну в детстве, а чё? Нельзя? Знаешь, это просто так не исчезает. Да. Ладно, всё, сосредоточусь сейчас. Ну, давай, получится. Детская игра же, ё-моё. Как Супер Марио первый, да? Ну да. Пробуйте Супер Марио первый пройти.
Ну нафиг. Я в детстве даже не мог пройти. Я недавно, кстати, пытался играть. Ну, блин, ну ладно. Я даже в детстве не мог пройти, чего ж там. Нафиг, нафиг. Я в детстве последний уровень пройти не мог. Я не понимал, как там. Ну, вот эти лабиринты, там же есть странные замки. Cool story. Зачем они вообще так сделали? О чем они думали? Кто, Сигеру Миямото? Ай, черт. Кто-кто? Сигеру Миямото, который Марио создал, или кто? Да, вот, ну, Марио. О чем они думали-то? Не знаю, до этого... До Марио Платформера... Очевидно. А? До Марио Платформера были совсем убоги уже. Типа Питфола на Atari. Ну, совсем еще более упоротый. Я не знаю, Степан. Не могу. Блин, мне странный Тейлс мешает. Мешает? Но он прыгает, мешает. Сразу. Я сейчас же время закончится через минуту, если я его не убью. Говно. Ах, черт. О, вот так. Хорошо. Соберись. Соберись. Опа. Колец, ты мертвец. Такая цензурная версия, да, этого выражения? Ну, у нас... предложи альтернативу не цензурно. Вот. А тут у нас будет 30 тысяч просмотров и нас засудят. Этого не будет. Да? Я думаю, это реально. При нашей харизме. О, Скул победил этого Неда Химона. Да? А я дошел до него только что. Сейчас посмотрим. Гоняешь. Долго буду гасить или нет? Я кольца потерял! Гвера, без колец ты мертвец. Да кто знает, сейчас я еще не сдаюсь пока. Ладно, другому скажу. Без колец тебе мертвец. Хорошо. Я уже не помню этого босса, сам честно говоря. А, не-не-не. Я умер. Извините. Вот ну, это... Гривер, ну ты чё, ну? Детские горожане. Гривер, еще лучше. Без колец тебе конец. А чё, Клоус, карнавальная зона теперь, что ли? Да, там, да. Карнавал. Я таки осилил босса. Цирк. Карнавальная зона самая... Сраный цирк, да, ненавижу. Вообще, я тоже не люблю. Ну, согласен, что... Это хуже, цирк... чем починко. Цирк уехал, а клоуны остались, это я согласен. Что сделать, а? Войти. А музыка-то какая? В смысле? А, нет. Цирковая. На боссе музыка. А музыка какая, что там с ним? Не-не, музыка это... Карнавальная? Я думал, здесь такая. Карнавальный? Карнавальный. Злободневно. Степан, куда идти? Ну, я не знаю, честно. На пушке? Я не знаю, откуда с этой пушки двигаться. Надо вылетать. А, Клауд, а в чем проблема? Тейлз же, он же, ты можешь Тейлзом управлять же можешь, нет? А, ты же умер. Ну, я один раз. Пока. Прошел, что ли? Нет, нет. Гривер, а Тейлзу можно вторым стиком управлять, да? Я кольца потерял, Клауд! Без колец тебе конец. О, боже. Он умеет утешить. О. Да ну, Ванус. Вот именно. Не, ну босс такой. Не сложный. Сам... Здесь у Клуда проблема. Это какие? Бора проблема. У меня лично. Кстати, Гриер, ты посмотрел последнюю главу Наруто? Не спойлер, я хочу ее почитать. Да, что-то посмотрел, но я вообще не разбираюсь, я Наруто там... Не спойлери, Степан, и ты говоришь, не спойлери, пожалуйста. Я не буду спойлерить. Я не знаю, как там зовут половину этих людей, откуда я был бы спойлерить вообще. А ты Нарт смотрел сам Гривер вообще? Ну смотрел первые 100 серий когда-то давно. А чё дальше не стал? Почему испытал такой ненависти к нему? Да ну нафиг. Дикобраз переубедил. Так он же сам смотрит и читает мангу. Я помню, как Гривер на каком-то фестивале продавал своего Наруто, свои диски с Наруто. А, я не продавал, вроде отдавал. Пытался продавать, потом отдал вроде. Да не продавал я их! Нашел Наруто не продается.
Я дошел до карнавала, кстати. Я дошел до карнавала, карнавала. Тут даже можно петь. Ну, музыка говно, да, это сезона говно, да. Клава, что лучше, казино или карнавал? Казино. Карнавал тут непреодолимое препятствие одно есть. Которое это не смог вообще никак. А? Что, все на пушку жалуются какая-то? Нет, не пушка, а этот... как это называется там, барабан. Я вот так не преодолел в прошлый раз. Хоть с Эмлем, хоть без, не знаю, что с ним делать. Что за барабан, не помню. Тут во втором акте есть вроде подводная какая-то часть, а там говно да какое-то. Поэтому я следующий сезон, кстати, по MyScape как раз. Да-да-да. От нее я не дошел. И это чертовски печально. Окей. Ой, какая музыка сраная. Ну согласен, тут я даже спорить не буду. Вот ты 1003-го Соника защищаешь, и сколько там каменов? Ну честно говоря, Карнавал все хуже, песня. Казино для меня хуже. Клуд, тебя смотрит Хитрикс, и он зарепортил твой канал за то, что название игры неправильно выпил. В смысле зарепортил? Да не, он что, забанил, что ли? Не переживай, он шутит, наверное. Нет. Блин. Ну, Клуд стоит, что он играет Company of Heroes 2. Ага. Кстати, Гривера тоже можно за это забанить, он играет с Epic Battle Fantasy 2. Вот говно, я тоже не переставил, да. Ай-яй-яй-яй-яй. Черт. Ни одного кольца не собрал. А, нет, подожди, это, наверное, мой хитрик мой канал тогда смотрит, а не... А, не знаю, короче, все тяжело. Клуда смотрит двое, а Гривера один. Порыва один. О, Клуд дошел до бонуса. А я там ни одного кольца не собрал. Я думал, до босса дошел. Ладно, я, может, хоть айскэп зон вижу. Давно хотел. Хай. Ну, зона эпичная, там не поспоришь. Да уж. Можно музыку выключить? Можно. На этой зоне можно. Как ты музыку выключишь без этого, без звука? Ну, я могу трансляцию приглушить и все. У меня же прямо из Twitch трансляции звук идет. Что за хрень, блин? О, Гривер тоже взял красный мокасин. Босс неубиваемый, что ли? Я не помню. Тут ждать просто надо. Я вообще не помню этого, даже когда ты играл в последний раз. Соник, ты... А, он сам себя убивает. Вроде как. Слушай, я умру, что ли, если это все исчезнет? Ага, отлично. Ну хоть что-то. Так, я сейчас. Что он, куда он шел? Лапас покинул? Блин, раз новый чайник кипит. Так, он дерется с боссом. Ух, я бонус нашел. Я на боссе. Погоняю пока синие шары, пока. Шли бы вы вот впритык, было бы интересно поменьше. А так, рады пока. Грим, да мы очень скучный стрим. Не, подожди, мы рядом находимся. Я... Как только я все эти сраные заборы соберу... Мне с первым стримом понравилось, что вы там начали одновременно практически. Вот, норм был. Так стрессово играть. Еще Гривер там бомбил местами. Только да. Прошел акт 1. Ах, черт, сейчас сдохну. Колечко, иди сюда. Вот так. У Гривера магнит ТВ, что-то не радует. Тормоза. Окей. У тебя какая скорость там как бы, ну, заявлена? Не помню. 15, не знаю. Интересно, в деревнях у нас Чувашия есть интернет? Конечно, есть. Как, ПДСЛ? Хороший вопрос, но там, скорее всего... У моего товарища... Ладно, я пока бонус играю, потом расскажу. Мобильный интернет какой-нибудь, в конце концов. Не, мобильный интернет вообще говно.
Серьезно. Да-да-да, вот этот товарищ мобильный интернет, ну это говно, да. А, вот блин, как вот мне сейчас спуститься, Гривас, на барабане, что надо нажимать, чтобы он опускался? Клавди, я в бонусе, не мешай. Вот я на этом в прошлый раз запоролся, и в этот раз тоже запорюсь, чувствую. Сейчас уже. Я не знаю, что делать. Еще и Телс, блин, странный, очень мешается. Потому что он сбивает амплитуду. Амплитуда, какие-то слова умные. Колебаний. Окей. Все, все, все надо объяснить, скажите, все. Барабан открутится здесь, как вот мне на нем опуститься или подняться, я вот не знаю. Желе где внизу висит у него? Да нет, блин, барабан, ну барабан крутится, блин. А, вниз вверх понажимай, как-то удерживать надо как-то, распинять типа пружинки. Все, понял теперь. А вот так. Блин, ну ты мне прям открыл Америку, я это не знал. Надо было мануал читать. Из этого всасывал. Мануалы? У тебя на скатерже должна была быть такая книжечка специальная, там все написано. А у меня, кстати, был один лицензионный картридж на Genesis, я в Канаше купил, я очень удивлен, как он вообще оказался в Канаше. Там все Гоф Америка было, вот, прям мануальчик был, то есть это реально... Что за игра? Tars in Escape from Mars. Ну, Tasmania, вторая часть, короче. Хорошая игра, ну, неплохая игра и мануал. Там даже была какая-то вкладка, журнал «Все Гоф Америка», там, про американский футбол. В общем, норм. То есть у меня были лицензионные картриджи в детстве. Горжусь. Есть что вспомнить. Хочу когда-нибудь его достать заново. Ну, в смысле, восстановить. У меня 6 кристалликов. У меня даже бы она... Для PlayStation 1 был лицензионный не катиш. Нет, ну для PlayStation 1 там, Черные диски. Что? Босс? Наклз? Что он здесь делает? Я не помню. Блин, это не босс. Убей он сбежал. Убей рейпера. Убей рейпера? А почему Наклз? Мне Наклз напоминает Децла. Лучшие его годы. Ну кстати... С дредами и то, что у красненьких. По-моему, у Наклза как раз фоновая музыка, как раз рэп. Кстати, Sonic Adventure, так, в таких новых частях. Ой... Я уже ненавижу его. Я его Кнуклис называл. Кнуклис? В детстве. Ой, мне конец. Я сейчас вот... Я сейчас найду воздух. Тебе конец, если нет, конец. А, все, утонул. Чё-то так слабо. Дом первый раз же здесь. Тяжело, потому что я до сюда ни разу не доходил даже. Ну, я тоже, значит, Sonic 2 плохо знал. Всякий Mystic Mines я первый раз играл в Sonic 2, например. Там не настолько все закручено было. Серьезно, что ли? А чё, серьезно? Ну, я не знаю, я там долго мудил. Блин, ты чё, под водой... А, тут мало того колец нет, тут еще и воздуха нет. Ой, кобзец. Тейлз тоже. Сейчас сдох. А вон из... Клуд, из этих же, из шаров воздуха выпадает, нет? Шарики воздуха. Не успел заметить. Вот ты тем, как умер, ты шарика разбил, а тут большой выпал шар воздуха. Блин, сейчас... Блин, мне хоть одно кольцо надо. Так, ладно. О, воздушных шариков воздуха жизнь. Выходит. Ну, попробую сбивать. Там так наверху кольца были? Ага. Блин, сраные. Так, опять танк начал. Опа, о, хорошо. Еще все? Блин, чуть-чуть не дожил до этого. Ах ты ж. Да. Гривус порадуется. Я... Ну не знаю, сколько у тебя жизни осталось. Да. Блин, Клауд, держись-ка, не умирай. Это же специально, что ли, умираю? А как босса мочить, не помнишь? Какой-то он неязвимый. У меня он сам сдох. Да? Я ничего даже не делал. А, точно. Надо подождать просто. Кажись. Да ну, Ванус. Припекаем. А, можно его сверху бить как-то. Ну как? Какой-то звук в этой жизни, да. А ну-ка, босяра. Что-то мне это не нравится, говно.
меня он не дохнет сам. Ну, я не знаю, может, я что-то сделал, конечно. Я вроде тоже у него пару раз... В общем, не понял. Ты соснул, походу. Не боись, у меня там тоже мало осталось, он сдох. Нет, сам он не умирает. Я умер. Странно. Надо как-то, может, ближе к нему держаться. Ведь тут не закончится уже наконец, а? Музыка на боссе как Джеймс Бонд. Да? Да. Ну, а ты включил опять? Ты опять музыку включил? Я не включал. Я страдал, но слушал. Как этого босса мочить? Степан! Старайся лучше. Фак, посмотри, Степан. Жизнь, боль. Даже мы честно. Что-то полезла трансляция и у Клуда, и у Гривера. Поэтому виноваты Клуд и Гривер, да? Но не Степан. Блин, я подох. Я что-то сосу, короче. Ладно, я на третьем боссе, знаешь, сколько просрал? Мне 4 жизни осталось. Отлично. Я уже 2 континента, по-моему, стратил. Клауд, держись, набирай континента в бонусах. Клауд, набирай континента в бонусах. О, да. О. Да что за шутки? Ой. А, я понял, кажись. Надо, короче, чтобы этот босс высунул свою пищу, грубо говоря. А надо ударить его один раз. И после этого его ударит этот шип. То есть, надо бить босса, а потом его шип будет ударять. Иначе, конечно, так ничего не получится. Ну же, босс, давай. Я смотрю на Соника третьего и не понимаю, чего он так любит. Почему такого боготворили практически? Все, я убил. Все, я понял. Нет, Клауд, сам, там не совсем сам, короче. Ладно, надо. Я согласен. Гривен, говоришь, Motorola 68K, да, пропустил? Да. А что? Не, Motorola продалась. Ее разорвали на кусочки и продали китайцам. Ну да. Денег они был фан. Ты что, фан Motorola, что ли, был? Ну, мне Motorola поменьше нравится, чем Motorola. Хуже карнавала, что может быть только затопленный карнавал, так вот? Согласись? Да. Возможно и так. Сорта говна. Что за... Ты чё за хрень, блин? Соник, давай, ты можешь. Срань! Я попал в эту сраную починку. А нет, тут ещё один бонус есть, кстати. Тут не только починку, тут ещё какой-то есть. На электрохеровинах. Ты видел такой бонус? Нет. Ну ладно, Степан сейчас увидит. Ну я куда обосрался там сразу. Тут аж 3 вида бонуса, короче. 3 вида бонуса, 3 вида защитного поля, короче. Все 3 раза лучше, чем в Сонике обычно. Только сама игра хуже. Толсто. Ну у Саши же говна уровни там. Не, ну говна не знаю, музыка. Вот первый Соник мне понравился больше. Ладно. Да блин, сейчас подохну. Цветастая, не знаю. Ну, на графон как будто ставку делали больше. На графон, а ну давайте сделаем там 3 вида щитов. Давайте сделаем 3 вида бонусов. Давайте будет все 3 раза ярче. Давайте будет 3 героя у нас вместо одного, да? Да. Тоже плохо. Это вырождение. О, блин, я умер от нехватки времени. Капец. Им надо было остановиться на второй час. Последний континуум, по-моему. Да, последний континуум.
Ты фрагми континиума? Где? Не знаю, в бонусах. Я тут тоже кругами хожу, что-то, блин. Ой, слушай, я все время буду умирать. У меня теперь континиум начинается с 9.49, так что я по-любому успевать не буду. Короче, все, у меня окончена игра. Как так? Вот такая галимая система, видишь. В первом-втором, кстати, такого не было. А сейчас я буду уже постоянно умирать. Хай. Вообще, блин, ну... А, нет, смотри, сейчас норм. Не понял, почему так. Почему в прошлый раз не было так, а здесь так. Очень да. Странная игра. Может, зародился и сразу 9.37. Может, эмулятор глючит? Ой, может, ты. Может, игра кривая? А, не знаю. Видео, может, не так. Может, надо биос обновить? Что? Биос обновить? Может, ревизия не так? Хоть не смеши, Степан. Ох. Сраные барабаны. О, время сбросилось куда, хорошо. Ужас. Ах, я кольцо потерял. Одно осталось. Что за? Что за? Сейчас сказал, со Степаном видит, что произошло? Что вообще жесть какая-то. Согласись, ёбаный эффект, когда они крутятся на крутилках. Там. Ну не знаю. Что-то там же... трансляция тормозит или. А что произошло-то не вижу. Слушай, рыбак неубиваемый стал. Псец. Роботик неубиваемый? Ну он половинка видна его. И не антикаемый. Часть пан вид. Да. А вот он вылетел. И в него какой-то шарик выпал. Кстати, правда какой-то глюк куда? Я уже не знаю. Я умер. А как эта игра просто бьет рекорд по количеству багов, глюков. Успокойся-ка, блин, с этим багом. Серьезно, вот Грир посмотришь. Ну дайте я дойду, и у меня будет такой глюк, нет? А если будет? Тогда признаю, что глючная игра. Все, у меня последняя жизнь, кстати. Ближе я эскэп-зон не вижу, а? Я хочу увидеть. С мечтой об эскэп, да? Помру. Да. Так, ладно, это была плохая идея. Нет! Отлично, Тейлз. Чё, он прошёл? Нет. Ой-ой. Видеть Ice Cap Zone и умереть. Может быть, постараешься? Я стараюсь, я думаю, что а сядь тебя. Кстати... Не надо. Я тоже думаю, что не надо, Гривер. Какой там разговаривает? Ой, тут ко мне. Ай, чёрт! Я в аномалию попал! Чёрт, ещё без кайца остался. Нет. Спокойно. I can do it. Can't? Если... Блять, я сдох. Не с вами видите скобзон. Гриус порадуется. Ладно. Концерт. Все. Что? Он подох, да? Не знаю, пока не вижу. Грир победил. Поздравляю с заслуженной победой. Да! Ты
Все, что ли, закончилось? Давай до СК подойду, хоть Степан увидит. Давай. А потом закончим. Заканчивай, что я выключил уже. Посмотри, посмотри мой стрим пока. 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 В Uncharted пойду поиграю. Не, ну куда? Ну офигеть вообще. Ты же досматривать не будешь. А что смотреть, ты все уже выиграл же. Ну СК, ты хочешь посмотреть СК? Я вот так видел. Я хотел сам попробовать. Боже ты мой. Ну, ладно, я сейчас быстро. Клуб не чем смотреть трое. Правда? Да. После смерти, что ли? Ну вот сейчас недавно, не знаю. Ну чё, Клуб. Гривер. Клуб, ты тут еще? Не знаю, он даже не соперник, он не старался даже. Я старался. Просто игра сложная. И для меня совершенно неизвестно. Ну чё тогда, закрываем нашу трансляцию на сегодня. Ну, да, ну, ты же выиграл, Гривер, чё ты жалуешься? А Эскап никто хочет? Даже Степан не хочет посмотреть? Нет, да? Мне хватит этого. Я вообще Саника ненавижу, а третий, оказывается, самый из них угэшный. Да, блять! Извините, просто Эскап не видели уже? Мне сейчас бомбанёт, короче. Ну, ты ещё ж добить хочешь, что ли, сейчас? Нет. Спокойно, чё, бомбит, что ли? Нет, я к тому, что... Не знаю, как... Не я... нравится мне Степан, Саника, сразу говорю. Степан, я до босса дошел, сейчас я уже все. Ну, давай, убей босса, посмотрим там 2 минуты и закончу. И так уже полтора часа идет на связь. Клауд, ты ушел уже, что ли? Я закончил, а что мне там сидеть-то? Я сказать, ну раз мы даже не прошли полуигра, сейчас в следующий раз Соника на кузу будем играть, видимо. Да, давай же... Да лучше у нас челлендж в следующий раз. Нет, подожди, а Соника на кузу не будем сразу? Да блин, это же одна и та же игра, Гривер. Как одна и та же зона, вообще другие совершенно, другие зоны. Они же друг за другом идут. Нет, нет, начинается с грибной зоны начинается. А, чуть неохота. Чуть-чуть, неохота, блин. Это полноценная давай часть. Нас челлендж лучше. Ну нас челлендж, блин. А прикольней. Клау, ты обещал всех Соников пройти, блин. Ты чё, передумал? Все уже. Ну, третий для меня один Соник, если что. 1, 2, 3. Ай, ты меня путаешь, короче. Соник один. Как же отдельный? Клад не сбивает, короче. В смысле? Как на боссе-то умереть можно было? Вот как получилось. Соснул. Клавдий, Клавдий. Да. Ну давай в следующий раз на кухню. Неохота. Да, почему? Ой, я от времени умер, пиздец. У меня время закончилось. Смотри, сейчас с каким временем начнешь. Клуд, ты во флоте. Да. 0-0. У меня 0 часов. Человек тебя смотрит. Не знаю, как так. Ну, это сейчас, наверное, не обновилось еще. 0 часов, 0 минут, Клуд. Что 0 часов, 0 минут? Время, время, 0 часов, 0 минут. А-а-а. 0 минут, 0 секунд. Но. Смотрю, фотки Зулина. Забавно еще. Зулина? Зулина, святой. Че ты Зулина? Че, там больше ничего не ванговало? Ну, они что-то практикуют экстрасенсорику. Умею, практикую. На страничке, по крайней мере, нету. Да ну, банус. Чем ты недоволен, блин, а? Нет, 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 я на боссе умираю. Как можно не умирать? Как там умереть-то можно, а? Да я не умер, я уже кольца потерял. Без колец тебе конец. Ну да, это правда. Ты размешает просто. Не, ну Клау, чё тут хоть Соника Накл? Это же отдельная игра. Вот придёшь. 1, 2, 3. У нас будет договор, если что. А как? Первый раз такой договор слышу. У Соников? Ну, что-то не знаю. Полноценный 2D Соник, полноценная механика. Там попозже, может быть. Ну, попозже, через неделю там через. Не знаю, я лучше нас челлендж, конечно. Пиздец, я умер на боссе. Блин. Я сам заколебался, честно говоря. Что-то Соник еще раз не очень хочется. Ну, через недельку там, через 2 недели. Знаю, давайте разбавим чем-нибудь. Давайте, а потом опять Соник. Может, какой-нибудь ПК-игрой? Quake 2 на прохождение куда-то. Dangerous Dave. Нет, я шучу, я. Я комбинзон продал, правда.
комикс. А, комикс, да. Ну она короткая, 40 минут. Даже меньше. Какая? Комик-зон. А-а-а. Слушайте, а может вы сыграете на, ну, вдвоем на прохождение побыстрее? Зен интергалактический ниндзя? Он не играл. Я бы вообще не играл. Гривер играл? Честно говоря. В детстве много играл, да, в детстве. Лучше бы поиграть во что-нибудь, во что никто из нас не играл. Я наоборот, а я не хочу такие игры играть. Нет, так наоборот интереснее будет, как будете проблемы. Нет, единственное, которое согласен, это Sonic CD. Мы же не играли в Sonic CD, вот не согласен. Мы же договорились, что пока без Соников. Нет, подожди, Sonic Knuckles тоже должны поиграть. Ну, третий же то же самое. Что же то же самое, извините, а первый то же самое, что второй тогда, блин. Ну хорошо, но 1, 2, 3, ну прошли, чуть не нравится. Ну не знаю, у тебя две любимые игры, у меня две любимые игры надо. Я просто... Такой момент был, что я уже думал, я помер, но... Еще жив, пока. Реально на боссе можно обосраться. Клау. Что? Чуть не сказал, что на боссе можно обосраться. Че за глупый вопрос вообще? Ну и так. Шутки за 300. Вроде босс простейший, но... Как-то можно умереть, а? Он просто муторный. Его пока убьешь. Надо игру выбрать. Рандомайзер. Нет, я не буду играть, потому что я не знаю, потому что мне не нравится. Вот. Ну, значит не будет. Нет. Ну, предложите что-нибудь. Зен, я согласен, Зен. Помик Зон. Это будет несправедливо, потому что вы один играл, другой не. Соник CD. Интересно, если что-то такое, что оба не играли. Соник CD. Без Соников. Соник CD. Ой, Степан, ты видишь? Ой, ладно, я сейчас паузу нажал. За секунду перед смертью. Никак. Я вам предлагал играть в финал 13. Ладно, ну приложи какую-нибудь игру, которую мы играли, я не знаю. Только Чип и Дейл не буду играть. Что он запаянен, это самое не могу. А паузу, видимо, уже PS3 подключает. Уж постримь на чарт плюс. Не сможешь. А как ты постримишь? У тебя карта видеозахват, что ли? Я шучу, не смогла. Грир, а ты знаешь, в чем проблема с карты? Там так просто не захватишь видео с HDMI, только через аналог. Через цифру не получится. Там же HDCP, ну это копия процесса. Если что, у меня не HDMI. Панельная защита. Слышь, кот? Ой, Гривер. Слышу. Поэтому нормальных стримов с PS3 никогда не было. Потому что через цифру не получится. Потому что вот. HD, копия протекшн. Все, радуйся. Говно, да? Поэтому я не знаю. Было бы о чем жалеть, как говорится, нет? Или есть о чем жалеть? Гривер, у тебя трансляция очень сильно тормозится, я сейчас обновлю страничку. Степан, как же ты смотрел Last of Us на Ютубе, с чего они захватывали? Через с аналога вроде как. У меня тоже аналоги. Подожди, а ты к телеку как подключаешь, через аналог, да? У меня Моника, телек в одном. Ага. Клаус, подожди, а ты как подключаешь, чем? Клаус! Ну, кабелем. Подожди, у тебя к монитору можно подключить этот, аналог? Да. У тебя было такое, что босс пропадал на некоторое время? Нет. А у меня один раз пропал. Ну, собственно, он вернулся, но не было его секунд 10, наверное. Ты уже запустил он чашку? Босс не сложный, просто очень муторный. Сейчас по чайной ложке его бьешь. Как там Ice Peak Lodge будет следующий? Ice Peak Lodge. Ну почти что Ice Peak Lodge, да. Да босс тебя одобряет. Когда этот толстый сдохнет? Его даже Тейлз ударил, а он не сдох. Отстой. А, он просто ушел за край экрана.
понятно, что с ним. В смысле? Слушай, а почему их магнитит к этой фигне? Киберимплантанты? Может, у него железные ботинки? Может, ботинки железные? Не ботинки, мокасины. Мокасины, да. А у Лисенка тоже мокасины есть? Да, такие же красные. А у Наклза перчатки. А у Наклза железо перчатка. Ну, боксер нечестный. Как Fallout, короче. Он, похоже, отошел. Босс отошел? Клуб. Я должен убить этого. Может, самому надоело. Давай уже умирай. Типа... Что? Он не умирает. Он какой-то толстущий, я уже 3 минуты его убью. Старайся лучше. Ну чё вы? О! Убил! Наконец-то. Чё, Клуд зарядил свою... плойку? Степан, у меня выпали птички и зайчики, а свиней нету. Они свиней нету, Чего, Украина? Политкорректная игра. Сейчас, короче, Степан увидит эту зону, и можно заканчивать. Клуд, а у тебя PlayStation 3, она какая ревизия? Звук, звук, звук. Оценка. Какая? Ревизия. Ну, ревизия какая там, Slim, Ultra Slim или Fat? Slim, по-моему. Slim. Ну, сам последний, там, верх открывается, вот только, то есть не убегается. Да, да. У тебя такой, да? Да. Ну, короче, Степан, когда скажешь, что... Соник в Сочи. На Олимпийских играх в Сочи? А на Игромире эту игру рекламировали, да. Соник и Марио на Олимпийских играх. Ну, представьте, в 98 году вы это услышали. Вообще. О! Может, я... Ладно, короче, я уже... Зимние Олимпийские игры в Сочи, да? Соник и Марио, да? Мне, в принципе, остался последний камень. Ну ладно, Гривер, площадку мы закрываем. Хорошо. Тут определенно ты выиграл. Ну хорошо. Не о чем. Притом у тебя сильно тормозит трансляция. Хорошо. Вот ладно. Класс. Две победы. У Гривера одна. Соник и Маклз, я отыграюсь. Не будет Соник и Маклз. Что ж не будет, блин? Это же полноценная игра Соника, я не понимаю, что тебе не нравится, что ты ее не хочешь играть? Это же не Спинбок, я закрываю трансляцию.